Ну а теперь давайте вдохнем добра в этот город. Приютим вместе прекрасную Риту. Она ищет дом. Весной абсолютно любая девушка мечтает о любви, заботе и ласке. И совсем не важно, есть ли у этой девушки усы и хвост. Сегодня мы приехали в гости к волонтеру Виктории и ее подопечной Рите. Расскажите нам, пожалуйста, вот про эту мадемуазель Риту. Рита, ты девочка, ей... Она совсем молодая. Она жила на улице, была очень-очень худой и родила щенков. Именно тогда мы ее нашли. Откормили, стерилизовали, привели, и теперь она ищет дом и новую любящую семью. Рита сначала не очень хорошо доверяла людям, теперь она вот такая вот добрая и ласковая собака. Совсем еще юная и очень активная Рита вновь научилась доверять людям. Если хотите, чтобы эта замечательная собака жила именно в вашем доме, то звоните по номеру телефона 470345. Оля Бакина, Виктория и Рита специально для Вятка Тудей.